кикапу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Машинки приехали на ферму. Мы молодцы! Сено собрали! Осенью на ферме много работы, но машинки все успели сделать вовремя. Да, и яблоки почти все собрали. А? Кто это там ест наши яблоки? Стойте! Поехали, посмотрим. Вот кто ел яблоки. Лошадки. Ням-ням-ням-ням. А где лошадки? Убежали. Они на поле, едят сено. А где лошадки будут жить зимой? Им, наверное, будет очень холодно. Ой! Идея! А давайте построим лошадкам домик и кормушки с яблоками. Поехали! Я знаю место. Лёва решил показать друзьям, где можно построить конюшню, домик для лошадок. Здесь. Ага. Отличное место. Капу едет копать фундамент. Бетономешалка везет бетонную смесь. Она заливает смесь в отверстие для свай. А где же лошадки? Сюда, сюда! Они немножко боятся. Лёва привез сваи. Это столбики, которым нужно прикрепить перегородки и двери. Наверх дуги, опоры для крыши. Вниз перегородки. Стены и крыша. Конюшня готова. Вокруг построим невысокий забор. А над водой пирс, чтобы было больше места для прогулок. Нравится Капу? Ура! Готово! Уютненько. А кормушки забыли. Точно! Их надо прикрепить к перегородкам. Какие подойдут? Ха, вот эти! Кормушки на месте. Роботы, а вы привезите, пожалуйста, сено. А здесь лошадки будут гулять и тренироваться. Через барьер они будут перепрыгивать. Отсюда пить. Ой, красный робот не может поднять сено. Очень тяжело.
Что он придумал? Осторожно! Не ссорьтесь! Смотрите, трактор! Наконец-то! Роботы привезли сено. Положим его в кормушки. Эй! Все готово? Можно звать лошадок? Ага. Лошадки заходят в свой новый домик. Приятного аппетита! А? Ладно, ладно. Чш. Домик лошадкам понравился. Ура! А? Можно и перекусить. Капу приручил лошадку. Роботы тоже хотят ее погладить, а лошадка от них спряталась. Ого! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Грузовичок Лёва и его друзья собирают урожай. Как много овощей выросло! У Лёвы уже полный кузов морковки. Лея, помогай! Я уже здесь! Ой! О! А? Да, ящиков не хватит! Морковку... Куда выгружать? Туда? Стой! Овощи на землю не выгружают. Давайте построим амбар. То есть дом? Да, дом для овощей, фруктов и зерна. Поехали! Отличная идея, Лёва! В амбаре овощи смогут храниться долго. Они не высохнут на солнце, и дождь их не намочит. Оп. Амбар построим здесь. А вот и детали. Пол. Каркас из деревянных балок. Пандус. Перекрытие. Ограждение на втором этаже. Стеллажи. Стеллажи? Полки для ящиков. Их нужно очень много. А вот и ящики. Теперь соберем крышу. Лампы, чтобы было светло. Задняя стена. А впереди
двери и окошко. Ура! Амбар готов. Можно завозить внутрь овощи. Лея выгружает морковку. А теперь Лёва. Роботы, везите ящики! Вам не тяжело? Говорят, не тяжело. Ой, осторожно! Не получается. Я же предупреждал. Нам нужен лифт. Мы поехали, а вы пока тут порядок наведите. Лея и Лёва ищут детали лифта. Нашла? Нет. Посмотрите назад. О! Вот они! Вот они! Машинки забирают с собой детали лифта и везут их в амбар. А здесь уже так много ящиков с овощами. Лифт Лёва соберет очень быстро. Опоры, платформа, ограждение и две кнопки. Вверх и вниз. Роботы не могут решить, кто нажмет на кнопку. Роботы, не ссорьтесь. Давайте по очереди. Отличная идея. Первым на кнопку нажал синий робот. Капу забирает ящики. Вниз. Фиолетовый робот, твоя очередь. Вниз. С лифтом поднимать ящики наверх намного быстрее. Вот это урожай! Хорошо, что амбар такой большой. Мы молодцы! Морковку! Кажется, в амбаре понравится не только овощам. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот, грузовичок, Лёва, детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок, Лёва. Машинки строят железную дорогу. Ниже! Ниже! Кран опускает на место рельсы. Краном управляет красный робот. Опускай! Ничего не медленно. Вот смотри уже. 1, 2, 3, 4, 5 рельсов уже положили. Да, а сколько еще осталось? 1000? Я лучше домой поеду. Печенье печь.
А ведь Капу прав. Ой. Чтобы построить железную дорогу, нужно очень много времени. Да, надо что-то придумать. А то мы до зимы не закончим. Есть идеи? Давайте соберем машину для укладки рельсов. Отличная идея, Лёва. Только это должен быть поезд, а не машина. Он называется путеукладчик. С его помощью укладывают рельсы быстро и ровно. Грузовичок Лёва привез детали путеукладчика. Начинаем собирать. Шасси. Смотри, робот. Это специальные колеса, которые будут ехать по рельсам. Желтые детали для каркаса поезда. Всем интересно, что дальше. Стрела. А это укладочный кран. Механизм, который будет захватывать рельсы и укладывать их на место. Рычаги управления и место для оператора укладочного крана. Поезд-путеукладчик готов. Синий робот уже на месте. Он проверяет, как все работает. Видите? Готово! А где же рельсы? Рельсы должны быть в вагоне, который мы прикрепим к путеукладчику. Где же их взять? Вот он! Молодцы, роботы! Вот они! Лея первая увидела рельсы. Роботы, тормозите! Вагон с рельсами присоединили к укладочному крану. Синий робот, за работу! Оператор-робот дергает за рычаги. Кран опускает захват и поднимает вверх рельсы. Как быстро работает путеукладчик! Вот это скорость! Ого! Поезд уже выезжает из тоннеля! Железная дорога все длиннее и длиннее. А? Справились до вечера. Спасибо, роботы! Фиолетовые и красные роботы очень довольны. А синий немного устал. Капу вернулся с печеньем, но машинок уже нет. Кому печенье? Все уехали по железной дороге на ферму. Догоняй Капу. Где они? Эй, подождите меня!